Добрый день, мои дорогие и хорошие! Вас приветствует фестиваль Дня первокурсника. Сегодня выступают Институт экологии и природопользования, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Как вы можете заметить, в концертном зале сейчас никого нет. А на сцене идут последние приготовления к концерту, но мы не будем заставлять вас ждать и отправимся прямиком в гримерку. Поговорим с нашими артистами. Как тебя зовут? Представься. Екатерина. А меня зовут Владислав. Очень мне приятно, да. Первый курс? Да. Институт? ФМК. ФМК? Давай, я всем об этом говорю, просто первокурсники обычно, не знают об этом. Ваш институт на 100 звездах на Днях первокурсиках занимает гран-при уже довольно-таки многие годы. Ты об этом знаешь? Да. Да? Вам говорили. А какова твоя роль? В хоре пою. В хоре поешь? Да. А споешь для камеры? Фрагмент маленький, что-нибудь. Неважно, какую нельзя песню. Же. Даже не из программы. Мне сейчас ничего не приходит. Ну как? Ну давай так. Лесу родилась елочка. Ну давайте попробуем. Лесу родилась елочка, лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. А это кадры из фойе. Спросите, почему мы здесь? Наши артисты были настолько погружены в работу, что попросили нас не мешать. Мы люди лояльные, поэтому оставили их в покое. Поговорим со зрителями фестиваля. Будет интересно. Меня зовут Влад, как? Тебя зовут? И тебя как зовут? Наташа. Меня зовут Эмиль. Эмиль, вы как сами принимаете участие? Да, я принимаю участие, но я не первокурсник. А ты какой институт? ФМК. 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 И ты тоже участвуешь? Участвую. Ах, ты первокурсница? Да. А что ты делаешь? Я играю в STEM. В STEM кого? Главную роль, не боюсь? Нет. Я играю девушку с молотком. Девушку с молотком? То есть очень грозная? Да. Стоит ли тебя опасаться? Да. А тебя? Нет, я безобидный, в отличие от нее. Прозвенел колокольчик, и мы с моим оператором Булатом сейчас здесь. Открывает программу Институт экологии и природопользования со своей интересной задумкой. Она называется «Поволжский экспресс». Сядем на поезд и промчимся по концертным номерам экологов. Концертная программа Института экологии и природопользования подошла к концу. В целом получилось на уровне. Но все-таки очень жаль, что мы не увидели номер в духе «Завтрак гусениц». Мы ждали его весь концерт, но поняли, что его не будет. Наша реакция была примерно такой. А теперь пообщаемся с экспертами фестиваля «День первокурсника» и «Студенческая весна». Думаю, они расскажут много полезного. Смотрим! Сегодня всего лишь второй день концертных программ. Каждый институт, он достаточно уникален, и сложно как-то их сравнивать. Я говорю, ни лучше, ни хуже, они все разные, другие. Институт экологии мне очень понравился. Я считаю, что их программа удалась на твердую пятерку. Еще на предпросмотрах их концепция понравилась, понравились номера. В принципе, я считаю, что ребята очень круто подготовились. Пару номеров я себе записал. Так, с режиссерами мы закончили. Перейдем ко второй части концерта. Сейчас на своих экранах вы можете увидеть творческие номера неоднократных обладателей гран-при фестиваля Института филологии и межкультурных коммуникаций. Перечислим, за что они получат гран-при и на этот раз. За годный косплей дуэта Ани Лорак и Тимура Родригеса. Ну согласитесь, годно же. Сравним две картинки сразу. Также гран-при будет за самый смешной КВН. Карты и кредиты, бесполезно что-то говорить нам. Мы закрыты. Ну и естественно, за массовый финальный номер. Так как это делают они, не делает никто.
Концерт нас определенно порадовал. Желаем и ФМК, и дальнейших побед. Не будем отвлекаться. У нас есть и собственный эксперт фестиваля. Послушаем его. Дима. Вот этот человек опоздал, он пришел на концерт филологов. Ну, все равно расскажи, как тебе? Оправдались твои ожидания? Что можешь вообще? Да, я посмотрел только ФМК, и, знаешь, от ФМК всегда ждут уровня высокого. И, в принципе, они себя оправдали, были достаточно неплохие номера. Да что говорить, были отличные номера, особенно танцоры, очень понравились. Индиго, довольно известный коллектив в нашем институте, и они действительно показали уровень. Это было отлично. Друзья, вот и подошел к концу наш второй день фестиваля. Выступали Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого и Институт экологии и природопользования. Настолько хорошо, что в душе у меня встало солнце. Но на декорациях по-прежнему пасмурно. Ребята, это все ненадолго. И ведь мы встретимся с вами 6 октября. Вам понравилось? Да, очень. И нам понравилось. До новых встреч!